Маленький подсачок. Да, рыбка крупная, не подсак маленький. Ну, тем не менее, того. А, и я сюда выпускаю. А что сюда входит? Ну, тут зерновые, а вот это форелевый прикорм. Корм. Форель кормят в этих приходах. Это макухи нету? Нет. У нас не, ну тут нет, тут со собой семечко есть. А, и семечко. Да, нет, здесь есть. Здесь все зерновые. Mm. Практически 7 видов разных. Uh-huh. Зерновых вот запаривают, оно распаривает. Ну, да. А это селедка вот просто. В винном соусе. В винном соусе. Uh-huh. То есть ее для людей покупают, да? Да. И она нормально идет. Это обычно съедобная, да. Селедочка. Тут подлетела синичка, там что-то там пыталась пробовать. Селёдка? Понимаю. Или вот это что-то там такое. И вот так сейчас побольше. Побольше вниз. Достаточно того, что он двинулся, вот это вот и все, да? Пацанки пошел. Куда ты пошел? Как я ворю, да? Да. Я сделал. Вот это вот да. Это, как говорится, дождались своего часа, да? Есть. Это Q8, да? Надо этот плоскогубцы, да? Матрицы тропей. Бизона. Да. Красавчик. А это? О, 7500. Трофей. Выпускаем. Выпускаем. Мы сейчас на камеру снимем. Давай. Пошел. Выпускать нельзя, кроме трофея.
Да ты хорошая, ё-моё! Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это килограмм? Да давайте вот это, на 6, тащите. 8. Вот это да, вот это. Ты смотри, как упираешь. Сейчас, сейчас возьмем сад. Вот это поле не поставишь. Сюда можно, да, поставить? Да, вот так вот поставить, она нормально снимает, чего было. Вот это рыбацкое счастье! Эх, хвост, чешуя! Это уже как морскую рыбалку напоминает. Тащишь. Вот тут. Видно, устал уже, особо не рвется, но упирается. Сом! Сом! Вот так вот. Сом самище! Слушай, как ты его это? Запачок. Запачок подпишешь? Ага. Тихонечку, Геннадий Петрович. Тихонечку, чтобы он не хорошо. Все, отпускайте. Она тут что не заполнила. Ёма ты! Ух ты! Паш, давай посадь. А этот за рот уровень схватился. Да, да, все. Спокойно. О! Ну вот это хороший. Да. Килограммчика на 4, да? А надо сейчас взвесим. Сейчас взвесим. Хорошо, тянули, хорошо. А, вот как раз уже взвешиваете, да? Ага. Оп. Что-то длинное все. Ох ты, 5 200. 4200, да? Ну. 4200? Да, Петрович, сфотографируемся? Конечно. Сейчас это придет, Володя. Конечно, сфотографируемся. Нормальный фотоаппарат, красивый. Ага. Ну и тут трофейную бросьте, там я часок посижу. А, да, конечно, сейчас поставим. Смотрите, как лезут они кота. Лезут. Мне лично не надо. Давайте вот сейчас. Мне лично не надо. Повезло. Мы сегодня слишком сыты.